Всем здорово, ребят. Ну что, как говорил, накипил пыльцу и буду сейчас пробовать вытаскивать осколки нового, ну как нового, недостающего героя. Сейчас единственное с вами еще скины подкачаем. И у нас тут есть Гейша, есть. Такс. Что у нас там еще какие-то скины вроде были? А вот божество, блин, не хватило чуть-чуть, совсем не хватило. Остальное надо будет еще помучиться. А, собрал коллекционера, собрал остальное. Сейчас попробуем. Попробуем с вами так доделать. Здесь я уже здесь их потрачу. Так. Что мне надо? Эти, в принципе, мне камешки нафиг не нужны. Пробуем с вами вытащить. Так, 30 сменок. Ну, сменки, в принципе, тоже нафиг не нужны. Мне нужны только камешки фиолетовые, вот эти. Отлично, за пятерик забрали. Отлично, идем. Ну, шанс еще один есть. Если повезет, конечно. Но, судя по всему, вряд ли мы вытащим уже их. Да, с таким шансом рандомом 100% уже нам ничего не светит. Ну, если сейчас минус 90 будет, как вариант. Нет. К сожалению, увы, нет. Ну, 20 камней тоже неплохо. Так, поехали, пооткрываем сундуки все лишние, которые есть, потому что мне надо расходники. И мне надо дофигища, кстати, красных и синих камней. Кристаллов, точнее, для дальнейших прокачек. Особенно красных нам надо для титула подкачать. Это у нас третьи вот эти вот сундучки. Отсюда у нас падают коробки, но что-то они не очень падают, мне там надо было пару миллионов добить. Так, карточки мы пока копим, это тоже открываем. Тут у нас еще скины, это тоже открываем. Понятно. Так, это у нас сумочки с питомцами еще остались с прошлого раза. Так. Окей, поехали. Поехали сюда. Островок. Будем пробовать сейчас с вами добирать. Вот тут еще камешки сейчас упадут. Нормально, в принципе. Для прокачек нам будет хватать. Так, смотрим, что у нас по золоту. У нас было 124, но где-то 150 мы должны, думаю, наловить. Видите, как он падает плохо. Это как обычно. Как только выходит герой, его через недельки-две. А самый лучший вариант — это в следующей обнове просто его собирать. Это самый лучший варик. Да, 5-10 осколков дает, как вот сейчас на других героев. То есть без проблем собираются. Вот донатная карта вижу. Отлично. Даже две, нифига себе. Такс. Вот так вот. Чик-чик-чик-чик-чик. Итого потратили практически все. Такс. Еще плюс 6, плюс 2. Ну, неплохо. Так. 10-я эмблема. Отлично. Римковая душка. Еще вот эти достались нам, отлично. Обезьяна я, по-моему, дособирал. 19 карт в итоге, Dark Mag. Так, окей, поехали. Посмотрим, что у нас по скинам. Еще мы дособирали здесь. Неплохо. Все остальное нам пока не хватает. Такс.
Поехали посмотрим, что у нас по зоолоту случилось. Сколько мы его уже собрали. Было бы круто, конечно, если бы мы его фулового собрали. Кажется, вряд ли нам хватит. Так, 377, где-то его 150 чем-то, мне кажется, где-то так, плюс-минус. Разброс, ну, вот, ровно 150. Ровно 150, и у нас останется только вытащить недостающую героиню, мисс Магию, и, в принципе, будет фуловый аккаунт, опять же. Ну, там по питомцам надо будет, потом и по скинам добить. Такс, хорошо, с этим разобрались, поехали, у меня тут еще надо сейчас нам пооткрывать, посмотреть, что у нас по камешкам осталось. Так, эти можно сразу вот так вот открывать, плюс лям 300, мне надо было 3 ляма, эти тоже можно открывать для прокачки. Такс, хорошо. Смотрим, смотрим, смотрим. 99, 99. Там у кого-то у нас одного. А вот профессор Риббит. Единственный еще недокачанный был. Так, хорошо. Теперь качаем. Урожай однозначно делаем. В принципе, без разницы, что так, что так. Так, урожай мне нужен с максималкой. Фрейка тоже можно сразу ей. 157 фрей в загашнике. Тоже максималку делаем. Так, в принципе, мы можем и так зайти. Посмотреть, кто у нас героев есть. Кого можно качнуть. Так, Дрейка пока можно не трогать. Ара, череп. Это все герои, которых можно не особо трогать. 15-е скиллы не особо нужны сейчас. Так, у нас еще на троих есть. Так, окей, поехали дальше. Рина нет, дерева нет, Фрэнка. Делаем 15-й. Бигфута можно пока пропустить. Седна, Огник. Тоже, в принципе, 15-й делаем. Махатма. Так, еще на одного, да, Космо, Фрея, Землеройка, Амандорка, Зефир у нас уже есть, Стрелок, Пен, Барда сделаем, тоже 15-м, так я его использую, ну, все остальное потом мы уже подокачиваем. Тоже на 15-е скиллы. Поехали сюда. У нас тут еще остались осколки. Так, Химерик, да, у нас последний. Так. По суперпатам смотрим. Да, Химерик. Химерик и Кицуне. Значит, пробуем Химерика. В принципе, давайте Кицуне докачаем уже. Ну, видите, надо лапки. Но сейчас у меня опять же будет не хватать, скорее всего, этих для прокачки снеков. Ну, снеки можно получить и так, таким вот образом, без этого. С обычных питомцев. Без кристаллов. На Кицуне, мне кажется, мы все потратим сейчас. Нам все равно не хватит докачать до 35-го левела. Ну, сейчас проверим заодно. Если откроют 40-го, все равно придется. Так, отлично, есть. Суперпэты. Так, тут однозначно не хватит даже до 31-го дойти. А тут должно нам хватить мутировавший. 32-й даже левел есть вот так вот. Ну, книги надо. Так, окей. С этим разобрались, с тем разобрались.
Вроде так, более-менее то, что надо было сделать, сделали. Подкачались, достали кучу ништяков. И успели их потратить. Мне еще на титул надо 800 кристаллов красных. Ну, в принципе, это не так уж и много. Думаю, по чуть-чуть их добудем. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.